Всем привет! Пришла такая достаточно большая посылочка. Есть у меня всякая мелочевка. По-моему, очки и еще что-то. Очки дешевенькие. Для велосипеда. Фото. Это у нас Xiaomi. Xiaomi — это датчики освещенность. Нет, датчик температуры, по-моему, и кнопочка у меня. Вот новый датчик. Небольшой, но тоже надо будет протестировать, обзорчики снимать. Не было у меня такого датчика. Почему-то скрытая была упаковочка. Обычно запакована. А это, по-моему, кнопка. Тоже кнопка новая. Нового типа. Да, вот она так выглядит. Старая кнопочка выглядит вот так. Все, она стала квадратная. Дополнительный скотч и инструкции. Ну, буду, наверное, отдельный обзорчик сниму, сравню вот эти две кнопки, что в них изменилось. Это у нас силиконовый чехол на Xiaomi Redmi Note 3. Трех типов они бывают. Это у нас как бы стальной. Есть золотой, еще какой-то. Немножко, как видно, помялся, не знаю, восстановит форму свою. Ну, наверное, ценой около доллара, наверное. Здесь у нас, не помню, что это зарядочка, ультрафары для аккумуляторов 18650, ну, наверное, здесь и меньше можно. 4,2 вольта, 0,5 ампер, надо будет протестировать. Никакой инструкции нету. Брелок ценой. Зарядочка, по-моему, недорогая, 2 или 3 доллара. Вот такой брелочек, Капитан Америка. Такая резина мягкая. Не вонючая, в принципе. И здесь у нас, по-моему, очки, все это. Вроде как целая должна быть. Так, вон. Все они ценой около 2-3 долларов. И одной фирмы. Фирму не помню, потом в описании, наверное, напишу, как фирма называется. Только разные модели. Даже странно, не поломались. Но это надо будет, наверное, вот отдельно сниму видео. Вроде качество такое. Ну, дешевенький, в принципе. Один, получается, даже в футляре одни очки пришли. Хотя не указано было, что в футляре должно быть. Так, вроде целенький. Надо будет мерить и сниму тогда обзор. Раз одной фирмы. А, вот. Здесь название написано. Роберсон какой-то, Роберсон. Немножко смазанная краска. Ну, эти, наверное, уж точно целые. Хотя они все одной фирмы, как, во всяком случае, продается. Но эти у нас уже какие-то ударопрочные. И эмблемка есть. Так что, ну, и сам чехольчик. Один чехольчик, наверное, доллара 2 стоит такой.
неплохого качества. Брал я такой, наверное, да, доллара 2 стоит. Так что будут вопросы, задавайте. Вот на очки точно померяю, протестирую в условиях каких-нибудь. И мне вот интересно, конечно, датчики вот эти. Новые вот у них у Xiaomi начались. Такая зарисовка. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока.